Молодец! Молодец. Впечатление от фестиваля. Круто, на самом деле, Нева рядом. То есть, ну, для Питера это очень хорошо, на самом деле. Мне понравилось, да. Только не понимаю, зачем дым пускали. Дым? Ну да. Зачем дым? Я, честно, только подошел, я не видел. Не видел дыма, да? Да. А я дышал. Потравили, да, в общем, народ? Нет, народ не травили. Народ, от народа шел хороший, заряжающий такой, ну, сказал бы, выхлоп. Рок над Волгой напоминает? В Самаре. Ну, под Самарой, точнее. Что-то есть, да. Что-то есть. Ну, здесь как-то роднее, я не знаю. Мы вас приглашали на сегодня Алоэ Парса, вы знаете, естественно. Но вы не согласились, это правда или нет? Сколько хрена мы пойдем на Алоэ Парса? Там, наверное, попсакать будет. Мы не сможем, короче. Это не связано с тем, что, ну, такие сякие, на самом деле. Просто, ну, не получится. Там другая энергетика, и это чуждо во всем. И какие творческие ближайшие планы? В первую очередь альбом. Мы будем, во-первых, записывать в Финке или в Германии. Альбом будет, который уже давно мы мечтаем сделать. Группа Король Шут, уже как появился сухой закон. И, да. Давно? Так как обещали, ну да. Давно уже. Сколько уже? Он периодами идет, но сейчас, походу, это очень надолго. Это связано с театрами и с еще другими проектами, где это не приветствуется.